большой шок, когда мне прислали ВКонтакте встречу, и там было написано: день рождения Вити Цоя. Да, Витя Цой. Ну кто? Я говорю: ребята, а вы как вообще там по возрасту вообще откуда пришли? Вот, я говорю: Виктор Робертович, всегда уважаемый нами человек, друг для вас Витя Цой. Я говорю: я лично, к сожалению, его не знал, но я бы никогда себе такого не позволил. А давайте я расскажу. Я же пацан, который знал лично, например, Егора Летова. Поэтому, вот, короче, я сейчас вам расскажу, как мы торговали Цоем. Ну, не с Егором, конечно, не дай бог. Вот, Егор, светлая память. Вот. Я вам сейчас расскажу, я тебе говорю: ты играй все время Егора. Подожди. И вот так было, понимаете? Егор Летов — прекрасный человек, я с ним лично был знаком. Вот я теперь думаю, неужели он слишком рано умер, чтобы меня покормить? А Цой умер в 85-м году. Это было прекрасно, когда я просто два раза в лето делал концерт в честь его рождения, в честь его памяти. А потом наше радио мы начали продавать. И, кстати, в Белгороде почему-то перестали все ходить на концерты памяти Виктора Цоя. Больше не буду делать. Вот сейчас он произойдет. Поехали, Цой, давай. А вы хлопайте, еще сидите там. Yeah.
конца. Хлопайте, по-моему, хорошо. Давай еще победу. А я только за, я ему говорю, он что-то там это тусит, блин. По плану давай. Честно говоря. Не, давай по плану не будем, а Давно было, давно играл, как-то вот в последнее время не приходилось. Хорошо, забыл. Давай. Очень много забыл. Будет, давай, будет дурачок. Дурачка, давай. Будет дурачок. Ох ты, ай. Я первый раз в жизни пел на три голоса. Это вообще супер. Это же здорово. Давай еще. Что это? Туман. Либо просто еще. Сейчас просто люди заснут реально. Да ну нафиг, ты что, какие люди заснут? Итак, я смотрю, вы все пристули, да? Нет! А наоборот, хорошо, да? Люба, брат, и Люба. Да вот, к сожалению. Блин.